лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Да, не видела я, да не ведала я, как костьми дорогих засевались поля, как стонала по детям родная земля, да как жены и матери выли, когда их по ночам уводили. Вот бы дверцу открыть в этот тихий приют, где за правду усердно лежачего бьют, где дела чрезвычайные походя шьют, и народным врагом весь народ признают. Но напрасно искать следопытом следы, ни куста, ни креста, ни фанерной звезды, ни холма, ни приметы в глухой стороне, где мой дед неотпетый взывает ко мне. На сторонке моей каждый третий убит, да неужто не чуешь, земля-то гудит. Им судила судьба только пепел и дым, и стенают кормильцы под спудом земным. Мне в тот адский закут хоть слезу уронить, братьев, дедов, отцов убиенных обвыть, в час последний на них хоть глазком поглядеть и виновных узнать, и невинных отпеть. Вечная Спаси Господь. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». И я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях матушка Людмила Кононова. Здравствуйте, дорогие соотечественники. У нас тема передачи печальная сегодня. Но об этом надо обязательно говорить. Об этом нельзя забывать. Это наша неизбытая боль. Это наш долг, да. И, я сегодня плохо спал перед этой передачей. Я ворочался, встал в 4 утра. Вот, и меня эта тема очень сильно лично задевает. Я сейчас как раз вот строю храм Василия Великого рядом здесь, в Петербурге, с Левашовской пустошью. И вот на меня нахлынули разные воспоминания, и вот то, что я читал. И я сочинил стихотворение буквально, вот, и хочу вам с вами поделиться. Давай, и записал конечно. Его в телефон, только недавно рожденное. Я бывал на острове Анзер, вот, и меня потрясло это вот, путешествие. Это недалеко от Соловков. Угу. Мы летали туда на вертолете. Вот и с петербургскими вот, моими друзьями. И вот это ощущение вот этого острова,
оно до сих пор во мне осталось. Это вот, его называют русской Голгофой. Там, знаете, что делали? Там туда свозили всех самых, как они считали, ярых, упрямых. Угу. Что-то там типа больницы было у них. Но на самом деле оттуда никто не возвращался уже. Они людей, значит, в церковь свозили, неотапливаемую. Кто-то сидел на жердях, люди даже, потому что спали друг на друге, потому что не было места. Вот. А кто совсем уже заболевал, там, если ты лежишь уже на камне, на полу, заболеваешь, они привязывали человека к бревну и с горы, вот этой Голгофы, угу, по ступеням, 365 ступеней. И бревно перемалывало человека, значит, к концу горы, и там был ров, в которых их складывали рядком. А вот, вот такая была история такого зверства. Говорят, что даже вот эсэсовцы брали, потом брали пример издевательства над людьми. И вы знаете, что там произошло? Там выросла береза. Раньше же в советское время не ставили крестов, и береза выросла крестом над этими братскими могилами. Сама береза, сама природа, сам Господь так сделал, что береза выросла крестом. Я помню, есть такая повесть «Неугасимая лампада». Поэтому вот то, о чем вы говорите, это там, тоже в сердце. Да, там служит наш батюшка питерский. Вот. Прочитайте ваше. Я прочитаю стихотворение. Оно простое, я не стал вдаваться там в какие-то подробности. На острове Анзер березовый крест. Кругом красота, как во сне. Но стоны людей, упокоенных здесь, как будто слышны в тишине. Епископ, рабочий, крестьянин, солдат лежат под землей рядком. А птицы, как души их, в небе кружат так плавно и высоко. И знает Господь имя каждого здесь и помнит о том, что стряслось. На острове Анзер березовый крест, а в сердце невынутый гвоздь. Ну, по России вообще на самом деле таких мест, наверное, не сосчитать. Да. Есть места, которые мы просто знаем. Угу. О них есть свидетельства, дошли документы. Дело в том, что я... тема новомучеников, она вот моя кровная и родная. Просто потому, что весь мой род был в 32-м году сослан, а в 37-м году расстрелян дед, и один дед, и второй дед, и очень многие пострадали. Мама моя выросла на каторге. И я выросла под рассказы моей мамы. А как ребенок? Он же все представляет себе, да? То есть если вот я уже там с 5 лет что-то запоминать могла, и у меня было полное ощущение, что это все происходило со мной. Вот все, она мне все, что она рассказывала, как они, дети, играли, как мимо них шли подводы с расстрелянными, наскоро рогожие, прикрытые. И это был быт их вот каторжного существования. Вот она там родилась у меня. Поэтому, вот скажем так, этот уголь я в себе носила очень давно, но говорить об этом было нельзя в советское время совершенно. И первые свидетельства, вот такое, знаете, вот такое уже, когда преображение через слово произошло тогда, когда я в самиздате, перепечатанной на машинке, слепым каким-то текстом, прочитала «Реквием Анны Андреевны Ахматовой». Я вдруг услышала то слово истины, звук правды, который нигде не звучал больше. То, о чем мне рассказывала мама, то, о чем ни в коем случае нельзя было говорить, и не говорить было нельзя. Оказывается, можно было сказать. И вот вы знаете, что еще важно? Мы сейчас говорим и о том, что на земле происходило вот эти мучения, да? И в то же время вот Анна Андреевна определила очень точно. Кровь требовала слова. То есть не только мы должны их вспоминать, потому что должны, а еще потому что, если мы знаем, что у Бога все живые, они взывают к нам,
Они взывают к нашей памяти, они взывают к нашей молитве. Но только я это стала понимать только тогда, когда уже стала выцерковляться, уже достаточно взрослой, 23 года мне было, да? И так сложилось, что в 2001 году я поехала с концертом в первый раз. Уже у меня были написаны песни, вот эта посвященная деду, которая прозвучала. Я от этой темы никак не могла освободиться. Вы понимаете, я как будто бы, ну не то чтобы какие-то у меня там были какие-то духовные какие-то там ощущения, и ничего подобного, конечно, я обыкновенный человек, но вот они как будто бы взывали к тому, что о них нужно говорить. И вот была написана песня вот эта, а когда я съездила в первый раз на Бутовский полигон, который вот как раз то же самое, что Левашовская пустошь под Петербургом, а таких полигонов и таких пустошей по всей России были тысячи, потому что, оказывается, когда я стала заниматься историей Бутовского полигона, была разнарядка на каждый крупный город, на каждый районный центр, на каждую республику. Угу. Были спущены сверху расстрельные так называемые лимиты. Угу. Вот цифра. И вот должен выполнить, расстрелять, как врага народа, вот, вот там 1500 человек, вот, например, скажем, на Челябинскую область было 1500 человек, а на Екатеринбургскую, это я уже интересовалась, 4000. Вот. Власти в то время, они взяли под козырек и подобострастно вопросили, а можно ли перевыполнить? И вот в 2001 году я впервые приехала на Бутовский полигон с концертом для прихожан храма новомучеников-исповедников российских. Тогда еще маленький деревянный храм стоял на этом месте. И когда я ходила по еще тогда небольшому музею, на стенах которого висели фотографии расстрелянных из следственных дел, вот эти маленькие фотографии, когда человек сфотографирован перед крестной смертью, меня поразили их глаза. Вот то, что я там испытала, когда я ходила по этим рвам, меня водил сын священника, священномученика Николая Кандаурова, Ростислав Николаевич Кандауров. Вот все это вылилось, в конце концов, в песню, которая называется «Крестная любовь». Свет далекий не угас в долгих сумерках сонливых. Сквозь года глядят на нас жертвы первого призыва. Россыпь карточек в альбом, лыком сшитые улики смотрят классовым врагом нумерованные лики. Сердцем собранным в щепоть, преисполненным слезами, это распятый Господь смотрит вашими глазами в пустоту расхожих слов и дела слепорожденных смотрит крестная любовь. Контрреволюционно. Видно, братцы, повелось вековать на поле бранном. Ты, кому каленый гость, гвоздь страстной четырехгранный, чьей судьбы касаясь вновь, за чертой преодоления смотрит крестная любовь. В муке скорбного томления всколыхнулась лебеда над неведомыми рвами, кличет давняя беда покаянными словами. Испытующим внемли,
этому, как о спасению, смотрит соль моей земли в ожидании воскресения. Спасибо, Господи, матушка. И знаете, я на одной из проповедей, когда вы поминали новомучеников, я готовился к проповеди, и мне попалась на глаза история одного священника. Я не помню, как его звали. Старенький священник в деревне, которого вот чекисты под улюлюканье народа выволокли, его, с него сорвали все священнические облачения, он был в одном из подним, и волокли его по улице, привязали за бороду к лошади, к хвосту лошади. И поволокли его к озеру, и там в проруби его утопили. Закрыли прорубь, чтобы он не мог выбраться. И вы знаете, вот у нас весь храм плакал. Я даже читал и рыдал. Насколько это... Я говорю, неужели это мы сделали? Неужели это сделали наши отцы, деды? Неужели такое может быть? Почему такое происходит? Почему сейчас тоже вот такое происходит в украинском народе, что брат брата может убивать? Как это? Откуда этот Каинов грех? Как он появляется? Это же обыкновенные люди. Мы живем, вот сосед. Он берет, пишет на тебя, ты не нравишься ему, он пишет на тебя донос, и тебя расстреливают. Да, вот одного из моих дедов, вот именно так, у него была комната, которая понравилась его соседу. А он там жил с 4 детьми и с женой. И вот он был расстрелян по доносу под Екатеринбургом. Что же с этими людьми? Батюшка, а вы знаете что? Вот мы уже второй год с культурно-паломническим центром «Образ мира» в Москве. Мы вот возим такую программу, в которой звучат стихи и Анны Андреевны Ахматовой, и песни вот эти, которые я сегодня пою. И мы везем вот эту вот от Новоспасского монастыря на Бутовский полигон. Вот, мы везем. И почти каждый раз... После поездки кто-нибудь приходит и говорит: «А зачем? Почему? Ну зачем столько доброго народу? Ведь там представители всех профессий, всех национальностей. Там просто, ну скажем, прекрасные сыновья и дочери России лежат. Там столько крестьян, причем целыми семьями. Понимаете, работящих, верующих. Ну, исповедует он веру. Но где логика-то? Логика. Мы все-таки какую-то логику пытаемся к этому применить. А дело-то в том, что логики нет. Логика-то не человеческая, понимаете? Логика-то она, знаем, чья. Да. Поэтому вместить это невозможно. И вот это все требует от нас особого творческого преодоления. А оно может быть в нескольких видах. Оно может быть молитва, молитвенное преодоление. Что и происходит. На этих местах воздвигаются храмы. И вот эти страшные места становятся местом преображения, местом пасхально-трагической уже радости, понимаете? Вернее, трагически пасхальной. Мученичество. Да, трагически пасхальное. И вот вы знаете, что вот это самое главное, потому что человек боится прикасаться к теме новомучеников, содрогается, и я содрогаюсь. Но Салтыков-Щедрин как-то сказал, народ, который не изучает своего прошлого, он не живет в настоящем и лишается будущего. То есть вот мы не только должны поминать, не только вот читать имена, вот как вот по-светски вот 30 октября это происходит, вычитывают имена, это нужно, это необходимо, но мы должны понимать, что наша молитва им нужна. А нам, они наши скорые помощники и молитвенники. Я вот поэтому это говорю, это, батюшка, наверное, вы мне должны это сказать. Не мне говорить женщине об этом. Но они такие скорые слышатели нас. И они так близко к нам. На Бутовском полигоне
Такая величайшая святыня. 332 человека прославлены в лике святых, уже прославлены, начиная с 97-го года, с дня канонизации. И это огромный ковчег, огромный реликварий под открытым небом. Вот если бы мы это понимали, и если бы мы предпринимали усилия, воли, действия своего, вот собрались, поехали, приехали, и мы бы, во-первых, мы получаем огромную поддержку от них. Это наш сейчас молитвенный щит. Вот новомученики, наши скорые помощники и наш молитвенный щит. Вот. И про священство. Вот на Бутовском полигоне расстреляна вся братья, закрывшаяся к тому времени Троицы Сергиевой Лавры во главе с наместником. Бывший митрополит Санкт-Петербургский, Ленинградский, митрополит Серафим Чичигов возглавляет сон новомучеников бутовских, расстрелян 11 декабря на Бутовском полигоне. И когда я второй раз приехала на Бутовский полигон, это было уже через, наверное, 5 лет, это был 2006 год, это был альбом, который я туда привезла, он назывался «Семейный альбом», и он был посвящен и новомученикам, и всем, кто проходит вот, земное семейное поприще сейчас, и которым вот их молитвы помогут, помогают и будут помогать всегда. И там была уже песня, которая называлась «Про батю». И вот этим песням им трудно аккомпанировать. Угу. Потому что это такой сердечный, кажется, наверное... что музыка мешает. Сердечный, да, плач такой. Угу. Вот уж позвольте, батюшка, я спою эту песню. Пожалуйста. Про батю. Угу. Протащили батю в раз через толпу. Привязали батю к крестному столпу. Грянул хор незрячих, неповадно чтоб, как народ дурачил, сознавайся, поп. Братья и чада, в чем моя вина? Я служил как надо, и выслужил сполна. Только правду Божию почесть их любил, души вам тревожил, все трезвил, да строжил, да и детей крестил. А в степи далече кречет да кулик, и не слышно в сечи запрестольный лик. Выводи, кривая, из крещенских вод, где кресты срывает не народ, а сброд. А что не слышно стону, ахнула толпа в смертную истому грешного попа. По траве нездешней расстилался дым. Грешный батя, грешный, а вот стал святым. По траве нездешней расстилался дым. Грешный батя, грешный, да вот стал святым. И вы знаете, в наших поездках, ну, не могут не происходить какие-то чудесные случаи. Ну, например, приезжает женщина,
Ой, у меня, говорит, тоже вот погибли мои где-то. И вот это, она идет, а там на этом месте, вот, где вот эти рвы, там почти километр, вот эти рвы, 5 метров в ширину и глубину 5-6 метров. Вот они сейчас, ну так вот, они немножко так вот травкой так там, ну видно их, они сделаны так, что видно, не наступишь. Вот. И доски с именами. И вот она идет, и она первыми на этих досках находит своего деда и дядю. Вот такие вот вещи. То есть это не может не радовать. Это вот, понимаете, как ответ. А мы вас слышим. Вот. И вот это молитвенно-творческое преодоление, которое там происходит, оно рождает, соответственно, у людей отклик в сердцах. Появляются стихи. И вот такое стихотворение, его написала матушка Ирина Перунова, потому что там лежат и художники, понятно, что там и люди искусства, и первый летчик там Николай Данилевский, и теоретик русской иконописи Комаровский. Ну, то есть, ну, там начинаешь на эти лица смотреть, думаешь, боже мой, какие люди! Я таких людей редко встречаю, я не встречу таких людей просто так на улице, понимаете, да? Ну и вот. И вот стихотворение. Ну, об актрисе, видимо. За эти норки-чернобурки с полетом в собственных... За эти норки-чернобурки с полетом в собственных авто 5 лет цитировали урки вам в норах Агнию Барто. Как мишку на пол уронили, потом поставили на кон, как почки лапочки отбили, как тронулся у мишкам он. Цветы и звезды оставались глотать венозное вино, но вы звездой не назывались, и было вам не все равно, что мишку на пол уронили, потом поставили на кон, что в общей яме схоронили, что смотрит он со всех икон. Спаси Господи, матушка, за ваше служение и за эту животрепещущую тему, которую вы поднимаете. Дорогие братья и сестры, с вами была передача «Луаровские встречи». Я ведущий, священник Анатолий Першин. В следующей передаче мы увидим продолжение этой встречи. Божие всем благословение и ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях.